Всем доброго времени суток. Всем привет. Продолжаем играть Assassin's Creed. А у нас что, тревога какая-то или что это такое? Что? Звонит. О! Что звонит? Колокол какой-то. Я говорю, тревога какая-то или что? Почему тревога-то? Ну, не знаю. Мы, конечно, залезли на Колизей, но тревогу из-за этого поднимать. Может, там пожар какой-нибудь. Да ладно, пожар. Или враги нападают. Хватит придумывать, а? Нет, ну ты пока залазил, ничего не звонило. Ну, не звонила. Вообще, мы что сюда залезли-то? Здесь символ находится. Вот он. А. Вот. Нужно в него как-то попасть. Я, кстати, на самом деле не знаю, как это сделать. Спрыгивай. Я даже немножко боюсь. Ну, ты в прошлый раз тоже залетел так в него. Ну вот, давай попробуем. А-а-а! Фу. О, нормально. Чего? Чего? Он, наверное, там подсказать хотел, как это сделать. Ну ладно. Давайте свои загадки. Группа 2. Загрузка. Индивидуум думает только о своей прибыли, и поэтому в этом случае, как во многих других, им управляет невидимая рука, что приводит к таким результатам, которые он не планировал. Невидимая рука. Запомнила? Нет. Загрузка. О, это твое. Читать, наверное, пока бесполезно пытаться. Там что-то матерное, если честно, рисуется. Причем в два слоя. В два слоя? В два слоя. А, в два слоя? Ну да. А как крутить-то? Я вроде нажимаю, ничего не крутится. А вот. Че ты сразу всеми? Это не я. Блин. Мне надо было, наверное, посмотреть сначала картинку. Хотя нет, тут уже другое что-то. Вот так. Весло крутится. Так. Ага. То есть... О, смотри, попал. Я прикольный. Подавляющее большинство всех благ, являющихся предметом желаний, доставляется трудом. Количество их может быть увеличено не только в одной стране, но и во многих в почти неограниченной степени, если только мы расположены затратить необходимый для этого труд. А как вот насчет предыдущей картинки? Как она? Что-то я не поняла. Я думаю, что это та картинка есть, просто какая-то, может, зашифрованная. Mm. Но у меня как бы выбора-то особо не было. Mm-hmm. Вот опять, то есть, видишь, показывает что-то одно, теперь нажимаем А. А, так она перепуталась, это одна и та же. А, слушай, поменялась. Другая. Поменялась, да. Вот опять матерятся в два слоя. Так, ну крути. Ай. Ну крути. Давай ты покрутишь. А чё? Ты нас, главное, по крутилкам. Каким крутилкам? По таким. По секретным. Я не согласен. Оп. Была создана огромная империя с единственной целью создать нацию потребителей. Не может составить большого труда установить, кто был вдохновителем всей этой меркантилистической системы. Кто не были, мы можем быть уверены в этом, потребители, интересы которых были оставлены совершенно без внимания. Кто были производители, об интересах которых так старательно позаботились. Загрузка. Еще картинка. Ну давайте.
попал, да? Нет, не попал. Понятно. Вот так получается. Вот это должно быть. Вот так. Вот. Если страна стремится увеличить свое население, если обстановка в ней благоприятная, а ее народ приложит свой талант к торговле, то этот народ всегда будет в выигрыше, при условии, что его действиями грамотно управляют. Загрузка. Неужели еще? О-о-о-о. По-моему, нас потроллили. Похоже. Загрузка. Рабочая сила увеличивается. Право. Брат трудится плечом к плечу с братом. Соседнюю пешку поставь туда вперед. Так же, как первую. А вопрос какую? Слева или справа? Нет, значит, нет, да? Давай правую попробуем. Ага. Загрузка. А, ну зона да. Зона карантина. Все, поняла. Я тоже, кажется, понял. Там поправка в первом предложении была как раз по этому поводу. Что-то я не пойму. Где-то, так, где-то, так, где-то. Так, вот она. Ага. Еще? Где-то, где-то. Красно-красно. Успела. Карантин снят. Нет. Опять что-то не рассказали. А там этот. Чу. Ну ладно. Знаю, что ты там ищешь от 16-го, но в последний раз тебе, кажется, помогло орлиное зрение. Ну видишь, капитанин. Угу. А теперь бы мне как бы как-нибудь бы отсюда спуститься. Я даже, кажется, вижу как. Сейчас. Эпично. Еще раз осмотримся. Осмотрим наше владение. Ага. Глизей надо будет купить потом. Буду да. В отпуск сюда кататься. И падать. И падать. Тут высоко, прикольно. Угу. А теперь предлагаю посмотреть воспоминания Кристины, которые у нас открылись. Правда, топать туда долго, поэтому я думаю, что быстренько сейчас хоп-хоп. И уже там. Фигура. Сюда. Фигура там, фигура тут. Да. Я вот не очень понимаю вот этого прикола. То есть, получается, как бы встреча с какой-то девушкой ему какие-то воспоминания навевает. Да, возможно. Получается. А, догоняй. Стой, догоню же. Спасибо, что пришла. Конечно, конечно. Скажи, чем я могу помочь? Тела моих родных. И я не могу оставить их на виселице. Их нужно похоронить достойно. Отправить их души в мир иной. Каписку. Я пойду с тобой, отцу. Это после казни, я так понимаю. Да. Устройте Федерико, Джованни и Петруччо аудиторию достойной похороны. Идем. А Кристина нам чем поможет в этом? Я не знаю. Это вот он, получается, только-только... Ты уверен, что она полезет за тобой? По лестнице-то? Нет. Кристина, ну ты что?
если не боевая? Она просто в юбке. И что теперь? Ну, не пристала приличной барышне по лестницам лазить. В юбке. И по крышам сигать. Да и зачем? Их всех уже сняли. Что же нам делать? Спрячься. А я пойду поболтаю с тем стражником. Это вот... А, понятно, как поболтаешь. А, что-то я там в воздухе с ним поболтал. Ты ему знаки делал. Ты долго еще сопротивляться будешь, а? Ты сам пришел. Говори. Еще раз. Отвали! Вот, все. Надеюсь, не где перебор. Где тела, которые висели здесь? Их всех уже забрали. Куда? Говори, где они? Я не знаю. Кажется, их собирались отнести к реке и выбросить. О, нет. Вот козлы. Сволочи. Бегом. Кристина, идем со мной. Слов нет. Что будешь делать? Что еще остается? Убить их. Нет, не делай этого. Они ни в чем не виноваты. Они бездумно выполняют приказы. А значит... Эцио! Вабене. Я прокрадусь мимо них. Возьму своих родных, если нужно, то по одному. И отнесу в лодку. Будь осторожен. Понятно, убивать нельзя. Ох, знаешь, сколько... Со всех сторон смотри. Угу. На крышу он-то, наверное. На крышу? А я думал, там... а как прокрасться-то? Ай. Ну-ка, залезь-ка все на пока. Это там наполняется. Наполняется. Можешь пробежать по лестнице быстренько. Ну и... А, он направо уходит. Тьфу ты. Почему? По лестнице там эти, они просто сразу засекут же. По идее. Но мне не совсем понятно. А здесь-то как? А, ну вот. Так, допустим. Козлы. Что ты скажешь? Братишка. Я должен покинуть город. Кристина, поехали со мной. Я бы хотела. Но моя семья... Мы всегда будем вместе, Кристина. Эцио. Вот так. Угу. Очень странное задание, конечно. То есть смысловая нагрузка, конечно, понятна, но реализация очень непонятная. А еще я вот все тогда еще думался, сейчас задумывался. И сейчас вот вспомнил. Мы же к ней так ни разу не заглядывали после всех этих событий. Вообще никак. То есть, может быть, нам покажут как раз в этих воспоминаниях. Помните, какие-то детали. За обрезание монет полагается весьма суровое наказание. Ну что? Что у нас теперь еще есть? Я думаю, что можно дальше пойти сюда. Освобод...
посмотреть, что будет дальше. Опять эти. Сальве, читадини ди Рома! Полюбуйтесь невероятным зрелищем! Катерина Сфорца, шлюха из Форли, наконец-то побеждена! Ха! Ниже Лукреции Борджа все равно нельзя опуститься. Кто подбил тебя на это, отец или брат? А может, и тот, и другой одновременно? Заткнись! Не смей оскорблять Борджа! Так будет с каждым, кто не покорится нам! Добрые жители Рима, будьте тверды! Ваше время придет, вы будете свободны, клянусь! Они хотят пытать ее. Твоя цель — Чезаре и Родриго. Катерина — сильный союзник. Если мы поможем ей, она поможет нам. Возможно. Но сначала Чезаре и Родриго. Так, не дайте себя обнаружить. Ладно, попробуем. Убейте Чезаре и Родриго. Прям так сразу? Да, прям так сразу. Да не верю. Здравствуйте, можно с вами? Можно. Спасибо. Запретная зона. У меня еще была мысль, конечно, там, по карнизу, как-нибудь с краю, прокрасться. Еще переплыть можно было бы, там залезть. Запретная зона только на маску. Что за... Эй, мне сюда не надо! Черт. О, опять шепот. Да, я не слышу. Только что был. Может, чем ближе приближаешься? О, а эти дальше пошли. Слышь? Не слышу. Давайте, давайте, до конца, пожалуйста. Нет, не сворачивайте. Нет. Ой, здесь символ. А по-хорошему у меня куда надо? Как-то направо надо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ау. Ай, стража! Я вижу, но... Ай. Ну почему же они не... Тебе не сбежать! Короче... Так, видимо, будет проще. Ага, я уже слился с толпой. Ты видел, он там что-то искал? Ага. Мне показалось, он там копьем тыкал, да? Да. На всякий случай. Прикинь, такой потыкает. А там что, справа невидим? А, нет. Невидимый какой-то, что ли? Рядом. Нет, там манекен. А. Я думаю, какая-то странная у него текстурка. Он дойдет сюда потыкать? Легко. Ну пусть идет. А ты его хоп сюда? Сено. Готовься? Че, тыкать идешь? Нет. Ай-яй-яй. Эй-яй. Как-то не спрятался. И обшарим там карманы. Я не могу там. Уже обшарить. Да. Черт. Как бы к нему так?
дойти-то? Стоп, я же... Я же могу делать вот так. Подозрения вообще не вызываю. Вот офигеть. Ну да. Главное успеть. Че стесняться? Эцио у нас наглый, в общем-то. То есть главное, чтобы подозреловка не загорелась, да, сразу? Ну, красным, когда загорится, то есть получается тогда уже фейл. Наверх, наверх. Забудь про папу. Ты служишь только мне. Рим — это наш фундамент, и он не должен пошатнуться. А значит, ты тоже должен быть тверд. А Ватикан? Это кучка стариков? Мы используем их, а потом избавимся от них. Он оставил нам Рим. Город в надежных руках. Ага, конечно, как же. Читайте. Шепчут и шепчут. Честно говоря, я не совсем понимаю, куда нам. На башню, на эту, что ли? Или сюда просто войти? Нет. Нет. А я думал, не допрыгнет. Оп! Ой, там еще кто-то ходит. Угу. Спускайся сюда. А он не спускается, там крыша. Просто ходит туда-сюда. А где-то он там еще светится. Справа, я думаю, тоже надо его убить. На всякий случай. Правда, этот сейчас может нас заметить. Сейчас погоди, он обратно пойдет. То есть это по правую сторону где-то. Наверху. А, не могу. То есть надо будет этого, значит, убирать. Не, ну можно вот так. Он успел сказать, возможно, я труп? Не знаю. Все, спрятали. Не то, чтобы спрятали. Нормально. Ой, сейчас он пойдет обратно, а ты вот такой хоп. А, ну можно и так. Обычно так надежнее. Тихо, не скатывайся. Он ползет. Да, я думаю, наверное, лучше нафиг. Вдруг нам понизу придется ходить, а он туда упадет. Ну да, что-то шепчет. Теперь я слышу. Тук-тук. Чего, никого нет? Так, тихо. Надо серьезно сохранять. Вот. Может быть, врагов там кто-то сначала? Кто-то нас может засечь. Да-да-да. Вон они. Да не, их там слишком много. Ага. Давай сначала посмотрим, что скажут. Ага. А, прокрадываться надо дальше, короче. По-хорошему на ту сторону, что ли, перебираться надо? Хотя, нет, слушай, вот по крыше, по балке. Думаю, да, думаю, здесь. Хотя, этого надо убивать внизу. Любому. Сейчас. Фух, я в такие моменты, на самом деле, очень сильно переживаю, что он не попадет. Потому что сколько раз уже так было. За какую-нибудь балку зацепится. А зачем ты его на метр? Не знаю. Вправо перекинул. Мне показалось так лучше. Лучше смотрится. О, там враг ходит. Ходит, ходит, ага.
А пока он сюда подойдет, или он... У нас есть два варианта. С арбалета его снять, или подождать, пока он сюда подойдет, и скинуть вниз. Какой вариант лучше? Наверное, подождать лучше. А я вот не знаю, докуда он именно доходит. Там вот внизу стражи, аккуратно. Угу. Возможно, есть смысл... Черт. Не дал мне договорить. Ну, может, не заметят меня-то. Хотел сказать, чтобы он дошел, пошел обратно, и на крышу его тюкнуть. Ну, да, у меня тоже была такая мысль. Но как-то... Как-то неохота стала. Контрольная точка, ура. Что нам это дает? Оп, как ты меня видишь-то? Давай, 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 уходи. Уходи. Где стражники, которые там? Нет. К стенке его. Оп, оп, оп. Тут лежи. Страдай. Ну, того, наверное, с арбалета лучше снять. Хотя можно попробовать эпично успеть. Думаешь, по балкам. А где по балкам? Ну вот балки, видишь? А, ну да. Не знаю, может быть, успеешь. В тот момент, когда он туда пойдет уже, можно попробовать в полете его такой бам-бам-бам. Опс. Неожиданно. Не успеешь? Теперь уже нет. Успел бы, да? Спрятался? Как-то я не это хотел. А круж, куда он делся? Не могу с лестницы убивать. Ай. Смотри-ка, показывает-то куда. Цель. Угу. Нам наверх, что ли? Просто тот же светит. Давай попробуем. Ой. Ну, о чем я и говорил. Фу, все, потерял. Теперь вниз надо, да? А, нет, тебе вправо надо. Все-таки да. Его, наверное, лучше бы убрать. А вдруг тебе по кругу придется пройти по этой башне? Ну, я теперь уж точно не пойду. Ага. Да не, нормально все. Упс. Чезаре. Лукреция. Надеюсь, ты была добра к нашей гости? Я бы зашила ей рот. С большим удовольствием. Я бы предпочел, чтобы он был открыт. Что? Ты поговорила с папой о деньгах, которые нужны моему банкиру? Сейчас его нет в замке. Когда он вернется, его еще придется убеждать. Ты же справишься, верно? Конечно. Но здесь так одиноко. Мы так мало времени проводим вместе, ведь ты постоянно занят другими делами. Скоро. Я стану правителем Италии, а ты моей королевой. Тогда ты забудешь об одиночестве. Скорее бы. Веди себя хорошо, пока я не вернусь. Убьем ее. Интересно. Оп. 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 Хорошо. Фух. Теперь куда, вниз? Ну, как-то да.
что безопасно. Открыть ворота! Капитан-генерал отправляется в Урбино! Бона фортуна, господин Чезаре! Так, понятно. Чезаре. Макиавелли будет очень разочарован. Но это уже не наша вина. Ну, придется Катьку спасать. Оба такие не расстроились. На самом деле я бы это убил все-таки, на всякий случай. Открой камеру! Как прошла дорога в Рим? Ты ехала в личной карете Чезаре? Ты жалкая тварь, Лукреция! О чем он говорил? О планах насчет Неаполя? Тебе они понравились? Не помню. Возможно, ты запомнишь вот это. Будешь знать свое место! Запри ее и отдай мне ключ. Вот так, да? Ну, теперь у нас без вариантов дорога к ней. Угу. Хорошо.